Подготовьте себя таким образом, чтобы вне зависимости от того, что дает вам жизнь, вы будете превращать это в прекрасную возможность. Когда вы не знаете, как справиться с определенной ситуацией, вы называете это проблемой. В жизни нет проблем, только ситуации. И вы либо делаете из них возможности, либо проблемы. Если вы подготовили себя, но что бы ни происходило, вы знаете, как превратить это в прекрасную возможность для себя. Потому что мы не всегда можем определить, что с нами происходит. Мы, конечно, стараемся это контролировать, но не все зависит только от нас. С нами может случиться все, что угодно. То, что мы из этого вынесем, на 100% зависит от нас. И если мы возьмем в руки одно это измерение, не имеет значения, что со мной происходит, я буду использовать это как невероятный процесс для себя. Пусть происходит что угодно. Если вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни, вы превращаете это в возможность, вы не будете создавать проблем, потому что вы сами перестанете быть проблемой. Такой выбор есть у каждого человека в отношении любой ситуации, потому что в нашей жизни есть только ситуации. Когда вы не знаете, как справиться с определенной ситуацией, вы называете это проблемой. В жизни нет проблем, только ситуации. И вы либо делаете из них возможности, либо проблемы. Вы сами можете стать либо возможностью, либо проблемой. Такой выбор есть у каждого человека. Но чтобы внутри реализовать этот выбор, вам нужно ощущать себя определенным образом. Пребывать в определенном состоянии невозмутимости, баланса и насыщенности жизни. В таком состоянии, что неважно, что преподносит вам жизнь, вы превращаете это в замечательную возможность. Жизнь может подкинуть вам самые неприятные вещи. Не нужно недооценивать ее. Она много что может с вами сделать. Она может сделать с вами все, что угодно. Она подкинет вам что-то, что вы даже и представить себе не могли, в то самое время, когда вы меньше всего этого ожидаете. Чем более вы активны, тем больше сюрпризов она вам подкинет. Так что вместо того, чтобы пытаться контролировать события, которые преподносит вам жизнь, подготовьте себя таким образом, чтобы вне зависимости от того, что дает вам жизнь, вы будете превращать это в прекрасную возможность. Если сделать одно только это внутри человека, тогда каждая ситуация становится возможностью. Когда каждая ситуация становится возможностью, такой человек расцветет в полноценную жизнь. И это стремление каждой жизни — каким-то образом стать полноценной жизнью. Не все, что на первый взгляд кажется решением, на самом деле является решением. И не все, что кажется проблемой, на самом деле ею является. Что же такое проблема и что такое возможность? Это как в той истории. Жила-была маленькая птичка. Было начало зимы. Как раз то время, когда птицы летят на юг, в теплые края. Птичка защебеталась, и полет на юг отложился. Когда начались заморозки, она все-таки попыталась улететь. Но ее крылья замерзли, и она упала на землю. Мимо проходила корова, оставила помет. Он попал как раз на птичку. От тепла навоза птичка постепенно оттаяла. Ее охватила радость. И она снова защебетала, прямо из этой кучи. Мимо проходила голодная кошка. Услышала щебет, раскопала кучу навоза и съела птичку. Так что не все, кто поливает вас грязью, — ваши враги. И не каждый, кто вытаскивает вас, — ваш друг.